Очередной скандал с нардепом Надеждой Савченко. В эту пятницу она совершила вояж подконтрольные боевикам районы Донецкой области, чтобы в сопровождении российских журналистов посетить наших военнопленных в Макеевской тюрьме. А уже на следующий день о своих впечатлениях написала в Фейсбуке. И даже опубликовала список украинских пленных. Всего в нем 34 фамилии. Такие действия Савченко вызвали резонанс в Украине. Ведь они фактически легализируют противников. И вот доказательства. Уже сегодня боевики заявили о желании нанести ответный визит в Киев. Хотят посмотреть задержанных ДНРовцев. В который раз удивились самодеятельности Савченко и в СБУ, ведь она не уполномочена на такие действия, и уже в ближайшие дни ее должны допросить.